Всем трема доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Да уж. Ну что, Darkest Dungeon? Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Так, я хотел пойти сегодня на проклятие, но, короче говоря, тупанул. У меня вот тут один товарищ загорает. То есть раз, два, три, вот этой вот четверкой. Я хотел, собственно говоря... Хотя, подождите, я хотел еще вот этих прокачать. Да, блин. Короче. Пятерки на тройку не пойдут. Правильно? Угу. Так что давайте-ка мы сегодня за свиным королем сходим. А вот этих двоих я потом качну где-нибудь вот тут вот. Или тут. Нет. Эй, а где? А, вот, 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 вот здесь я их качну, да, вот эти пятерки, какие-нибудь четверки там же качну на этом, на быстром чемпионе. Потом отдельно. А мы сейчас идем к свиному королю. Почему к свиному королю? Потому что к пророку... Ну, у меня такое есть, к сирене не хочу пока, вот. К ведьме тоже. Дайте к свиному королю сходим. Так, средняя один. Ладно, ледненько. Так, что нам надо? Давайте лопаты, блин, лишнего. Давайте жертвы возьмем. Так вот, нафиг. Гулять так гулять. А, факелов. Сколько там? Так, как видите, деньги я опять немножко подтянул. Тут, ну, тут я даже не знаю, может что-то, наверное, подтянул слегка. Вот так вот. Кровь брать не будем. Мастер-ключ. Давайте на всякий случай три штучки возьмем. Лишними точно не будут. Хрен его знает. Может будут, может нет. Так. Все остальное. Ой, да фиг его знает. Брать, не брать. Сейчас наберешь какой-нибудь фигни бесполезной. Да ладно, пофиг, пошли. Мои первые попытки вызова были примитивны, а результаты убоги. Однако скоро выяснилось, что результат во многом зависит от вида и состояния плоти носителя. Наилучшие результаты я получил, работая со свиньями, чья плоть наиболее близка к человеческой. Вот я говорю, кто бы мне объяснил, нахрена такие сложности с этим местом, а? Безымянное чудовище, свидетельство моих ошибок, нужно уничтожить. Я говорю, почему нельзя это место просто огородить, блин, пятиметровым забором и зашвыривать его, я не знаю, там, зажигательными снарядами, пока тут все не сгорит к чертовой бабушке. Ну, серьезно, без шуток. Так, 30, 27, 23, 40. Значит, ты у нас и будешь поисковиком. Так, по-моему, у тебя на ловушке что-то есть, нету? Ну и хрен с ним. Ой, японский бог, худший вариант. Вот где вот эта хрень? Здесь или здесь? Фиг его знает. Так, тогда сейчас бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет. Бам-бам. Да, ну как-то так. Пошли вверх сначала. Пойдем! Блин, не успел отреагировать. Ладно. Да, согласен. Претензия обоснована. Тут я, конечно, да. Лопухинулся. Почитаем? Давайте. И что-то словило. О, вот это печень. Но она просто вроде как не должна особо промахиваться. Перфекционизм, блин. В попу тебе засунь свой перфекционизм. А можно хоть что-нибудь нормальное взять, а? Жесть какая-то. Чё-то... Уже? Ну хотя да, они рано голодать что-то начинают. Та-да-та-д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 а
Рукопашная ярость. Ну блин, такое. Это па-па-па-па-па. Так, 10, 9, 17. Так. Заметил. А то чуть было. Чуть было все. Угу, теперь вниз. Ну, если я ничего не путаю, ну тут как раз нужно было какое-нибудь противоядие или еще что-то такое взять по этому лесу. Здрасте. Ну тут да, без вариантов. 5-9. Эй! Ну ты мудак. У нее в первом раунде повышенное уклонение, что ли? А знаешь что? А давай ты отдохнешь. Фига себе, блин. На, вот, вот. Да, она-то не промахнулась, ты что? Никто не промахнулся, блин. И заядовители всех. Ай, красавцы, елки-палки. Но красиво, не спорю. Так, да. Так. Ну что здесь? Опытный игрок. Этот громкоговоритель, да? Давайте-ка вот так вот лучше. Ну чё, смогёшь? Не смогла. А он смог, всё, болезнь ещё будет, да? Нет, смотри-ка. Что-то он там нехорошее про зайцев сказал. О, хоть кто-то уклонился, блин. Давай, детка. Всем срочно нужно твое лечение. А ты что такой последний, блин, чувак? Он хоть попал. Маневр удался, это да. Чего? Ну напоследок насрал просто, блин, по полной программе. Что там такое? Спам какой-то прёт, блин, надоели уже. Извините, сейчас, секундочку. Да блин. Кто там сейчас ходит? Промахнись, что ли? Ты специально, а? А, ну ладно, сейчас он нахуй. Давай, дай мне. Да. Нахватали стресса, конечно. По самое не балуйся бы. Так, мы тебя заедаем. И добьем. Confidence surges as the enemy crumbles.
Противоядие скорее. Ну прости меня, чего нет, того нет. Так, 3, 6, 1. Сможет, добьешь? Добила. Красотка. Просто красотка. Опа. Оба раза сопротивился. Это печально. Лучше пьем. А может, яд? Эй, в смысле? Я что-то мышу далеко слишком подвинул. Похоже на то. Так. Отлично. Было бы странно. Пробил. Смотри-ка ты. Загорай. Хорошо у него эта атака. Вот, все, так, 7. 1! Опять этот гребаный 1! И 20-ку напоследок. Просто максимум. И что ты мне предлагаешь сейчас? Ход пропускать? Ну да. Блин, детка, могла бы критануть сейчас. Вот сейчас крит был очень нужен. The bigger the beast, the greater the glory. Чё ж это такое? Варварский ритуал, нет, спасибо. Эту трень я помню. Давайте наверх прогуляемся. Карта. Карта — это хорошо. Да зараза, блин, босс здесь. Тогда вот так, 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 да, вот так пройдем сейчас. Блин, кого больше всего? Да, тебя. Босс все-таки внизу. Правильно тогда, ну тогда я правильно пошел. Эй, в смысле, ты че? Охренеть. Интересное кино. Факел лишним не будет никогда. Опа. О как! У всех скорость выше. Да, крит? Красотка. Минус 1 атака. Это уже более чем хорошо. Может и сюда? Отлично, минус 2 атаки. Стоглазый мудак, извините за мой французский. Могла бы и критануть. 3. Отдыхай. Есть. Чувак вообще себя стресс не снимает. Блин. Только набирает его, блин. Так, ну вот это нет вообще без вариантов.
Так, слушай, а ты что ты стресс цену делаешь? А, ну у тебя плюс 15, понятно. Угу. Понятно, понятно. Понятненько, понятненько. О, все, последний, больше не буду. Это отвлечение. Так. Ага, давайте сюда. Батюшки, лопата наконец-то пригодилась. These tunnels predate even the earliest settlers. Перекур можно будет сделать непосредственно перед боссом, чтобы 200 раз себя снять. О, привет, ребята. О, хорошо. Так, этим двоим точно сейчас хана будет. Так, 6, 7, 9, 7, 5. Даже если он промахнется, все равно. Он не промахнулся. Отлично. Всегда бы вы это отдрались, так. Можно убрать эту надпись, пожалуйста. Ты мне мешаешь, чувак, со своими комментариями. Так, 750, 250, да? Так вот. И вот так вот. Угу. Чё? А, да? Смешно. Ну ладно, чё. А, я забыл, что эти сундуки к этим сундукам ключи особо не требуются. Так. Немножко разрядим обстановку. Да ну ёб твою за ногу, ну что за странная тема, блин. Лечить их потом еще. В город в 2 часа, блин. Здрасте. Давно не виделись. Конечно же выходит. Конечно же он попал. Основа. Что это такое? Дай посмотреть. Что за зноб? Ёб твою мать, просто, блин. Ты реально замерзший. Да, очень круто, чем не славит. Ну, блин, конечно, чё там, ёлки-то. Давай уж добей этого козла. Да вы чё, стрессанули? Все причем, втроем, блин. Сопротивляться уже хорошо. Давай добивай. This expedition at least promises success. Угу. Ну и что тут? Ну это тут уже почти столько же, тут уже больше, да? Угу. А нет, шлан, пойдем. Теперь сюда.
вот это плохо. Спасибо. Только ты остался, да? Могла бы критануть. Крит — это плохо на самом деле. Так. Хотя бы минус один ход будет. Не понял. И заразили, да? Ну конечно. Ты о чем я вообще? Просто первый же укус на заражение, блин. Сейчас еще. Просто прекрасно, блин. Да ты че, а? Ну блин, ты опять один оставил. У этого уже почти полный стресс был. Где-то Морозота первый пыталась сходить. А, сейчас мы критуем, да, сейчас это надо. Этот гаденыш уже от стресса вообще не лечится. О, и даже крови я с них не получил. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ну, придется, видимо, вот так вот. Ну, что делать? Вот так вот. Красотка. Мудак. Ты пипец какой-то, он стрессует и все, стрессует и стрессует. И стрессует и стрессует. Да успокойся ты уже, а. Тебе говорю, получает 12 стресса, убирает 3, 2. Ты знаешь, это не очень эффективно, но, блин. Не-не. Ну. Да ёп! Ну! А, подожди. Все, он проходит проверку. И, конечно же, красный. Чё за нелогичность? Gasping, taken over the edge into madness. Где? Да не ты, блин. Что за нелогичность, чувак? Психоз не мой. Блин, класс. Да жесть, 4 урона, 4 раунда, охренеть, блин. Ну скинь ты себе стресс-то хоть немного, а дрень-то такая, блин. Вот же она, блин, уничтожила и стресс скинула. Это сволочь отказывается лечиться. О, я не могу, а, тварь, блин. Детка, вот булавой так бум, по башке, блин. И вылечи. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Да ёб твою за ногу, а! Ну ёкало мне, ну каков... Ой, блин, а, просто все в минус, блин. Ой, я не могу, а.
На, блин, еще стресса. А, давай. Ничего себе. Да... Ай, до привала. Я не могу. А чё не до привоза? Давай, чё ж. Конечно, неприятный отрывок. Еще 29 хап. Ничего там так мало-то. Пипец, мутак, блин, а. Circle in the dark. The battle may yet be won. Так, чё у тебя там? Кыш. Это не смертельная слабость. Так. Через к нём. Давайте. Блять, да ты издеваешься! Ты просто вот плевок в рожу, блин, называется. Иди ты. Ты идите вы нахер, а. Подождите, а чё, мне ни у кого что ли нет снижения стресса? Японский бог. О, блин. Чего? Ты чё? The light, the promise of safety. Ты чё? Блин, еще и свежа. Он чё, издевается? Ты, пизда, чё, издевается, что ли, надо мной, блин? Вон, я знаю, что это она. Это уму непостижимо, блин. Просто гадит и все, всеми силами, блин. Пипец, а. Вовремя решил посверлить при этом. Просто идеальный тайминг, я бы сказал. И второй туда же, пожалуйста. Сними стресс, зараза! Ну ты же нанес смертельный урон, сволочь! А ну почему ты его не снимаешь, блин? Дурдом какой-то, блин. Вот же, пожалуйста! Да, бери. Пофиг. Книжите. Ну, вот это, кстати, по-моему, полезно будет. Правильно. Сдохнешь у нас, это я тебе гарантирую. Я решил, что ты сдохнешь. Все, ну я не знаю, меня просто бесит этот персонаж, блин. Он мне уже насрал всеми возможными способами, просто, блин. Скотин такая. Я говорю, хоть отступай реально. Is lit. The path is clear. Ой, убери свой комментарий, а. Хватит мешать уже, блин, своими текстами, блин, достал. Так, это сюда. Чего? В смысле? Не понял. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Я не могу что ли это вытянуть просто? Glittering gold, trinkets and baubles.
paid for in blood. Конечно, снимаю, а что мне еще делать? Он сейчас сдохнет, да? Она. Махнись, что ли, тоже. Спасибо. Ну что, ну что ты делаешь, тварь, а? Блин, гадит и гадит, я говорю. Ну, пин, ну, блин, да еб твою мать, а. Какая же ты тварина. Ну, пожалуйста. Большой плюсик. Ну, сними стресс, дрянь. Ура! Success so clearly in view. Or is it merely a trick? Ну, чё, пошли к свинюшке. Чё стоит? Пошли. It is a travesty. A blundering mountain of hatred and rage. Чё так? Struck. На нахрен. Офигеть. Воу, ты ходил. Так, ладно. Смотри, дринка был. Да что ты заткнешься? Нет, блин, а? Гадит и гадит, скотина. Чувак, а ты... Ты не это, не, не... Может, хватит ходить, эй! Set the stage for heroism or cowardice. У него... Подожди, у него сколько ходов-то? И сколько у него жизни? Бежим. Нахер просто бежим. Я не знаю, как с этим драться. Бежим! Сука! Охренеть, блин! Ты бегите! Да беги, дебил! Да беги, ёб твою мать! Ты какой раз... Ты себя что делаешь? Эй! Алло! Да в смысле? Пипец, я сейчас всех потеряю. Смотри, сейчас я это солью. Что происходит? Да бегите вы уже, идиоты, блин! Капец, а! Мразота, ты щитоломская, блин. Ооо! Evil is timeless, after all. Подождите, я что-то не пойму. У того хмыря, почему вначале столько ходов-то было? А потом только один. Что за хрень вообще? Блин. Да, это, конечно, вау. Я не посмотрел, сколько у него ходов было, но он вначале очень много ходил. Ничего себе урон, блин. Три просто, блин, всю здоровье сдуло. Как с ним драться-то, алё? То есть это четвер... Это тройка? Офигеть.
Чё-то я ничего понять не могу. Ну да, зашибись. Я потерял. Ты ёб... Мразота ты тупая. Знаешь, что я думаю? Иди ты нахер отсюда. Такая мразь при содержании. Давай лечись. Все, чё? Так, да. Насрали, конечно, капитально. Иди в бордель. И ты тоже. И ты. Все в бордель. Главное, этот, нет, мелкий гаденыш, блин, это надо было его добить. Я чуть, я одного не понял. Я не углядел, сколько ходов было у этой здоровой твари вначале, но, по-моему, он ходил слишком много. А потом у него был один ход. Не понимаю. Чё-то я там не углядел очень сильно. Чё тут интересного есть? Висталка. Урон. Позиция 2. Навыки на позиции 2. Вот очень смешно. На, у висталки навыки лечебные навыки на позиции 2. Вот у меня, кстати, вопрос. А какая есть тут позиция 2, какая 3? Вот, кстати... Кто-нибудь в курсе? Какая тут позиция? Один, какая два, какая три? Они не отмечены ни хрена, блин. Ну, без шуток. Что, как, какая тут позиция? Один? Слева направо или справа налево? Счет идет. Чумной доктор. Ни хрена себе. А, рукопашные навыки. Чумной доктор. А, ну вот это имеется в виду. Прям. Это у меня есть. А такой щит у меня, по-моему, был. Я вроде находил такой, нет? Да, в итоге думал про одного, просрал совсем другого. Ладно, в общем, на этой... поганой ночи, будем честны. Сходил, блин, называется, по-быстрому на босса. Как говорится, обосрали по полной программе. И это, блин, слушайте, это свин. А что будет на сирене? А что будет на этой ведьме? И опять же, это тройка, я пошел на них с четверкой. Пятерка на них, по-моему, не ходит, правильно? Правильно же? Да помолчи ты, ёлки. Ну да. Ну чё-то мне тут делать нечего. Да, ты уверен, блин? Твоя напарница обосралась там по полной программе. Уф, ладно, в общем... Darkest Dungeon дрянь. Ненавижу эту игру. Как-то так.